Страх и конвульсии Игоря Додон. Хочу вам сообщить следующее. Буквально несколько дней назад несколько разных контор предоставили Додону результаты внутренних опросов. Опрос они сейчас делают только по телефону, потому что операторы не могут ходить, проводить опросы по стране. Значит, по результатам опроса цифры сегодня следующие. Значит, Игорь Додон 29%. Это рекорд. Он так быстро никогда не падал. Майя Санду, значит, 19%. Ренат Усатый, значит, 16%. Шор 4,8% и так далее вниз. Короче, Додон в истерике звонит в Москву. Так и так, помогите, спасите, что это такое? Почему до сих пор, вы помните, да, я как-то говорил о том, что Додон требует, как бы, у некоторых людей, и хвастался тем, что до 1 апреля меня объявят в розыск. Коронавирус помешал и в Молдове, и пока кое-кому в России. Я с любовью и очень хорошо отношусь к России, культурным ценностям. Я учился в русской школе 15 лет, я формировался в Москве. Я там строил с нуля бизнес, у меня там друзья, знакомые. Но вот есть несколько додончиков, которые вот этому смайлику помогают строить провокации против меня. Значит, Додон сказал: докажите мне, что я у вас единственный, неповторимый и так далее. Значит, эти, будучи додончиками, как и он сам, смайликами, значит, что они придумали? Значит, есть уголовное дело, в котором обвиняют Плохотнюка и Платона за организацию молдавского ландромата. Значит, они взяли двух негодяев-чмошников. Значит, один... Так, где? Значит, один по фамилии Григорьев. Это человек, который летал к Плохотнюку, делал с ним схемы после того, как убрали Платона в сторону. Значит, такой же, значит, второй негодяй, который тем же самым занимался в Москве по фамилии Кузьмин. Это люди, которых я никогда в жизни не видел. Знаю про этого Григорьева и выходил много раз публично, рассказывал, как на частном самолете его привозили к Плохотнюку и так далее. Значит, эти уроды. Там одному там дали там около 10 лет, второму там непонятно сколько дадут, там про такой же вечный заявитель, как и Горбунцов. И эти негодяи написали, что я организатор ландромата вместе с Шором Плохотнюком. Значит, Игорь Николаевич Додон, это уголовное дело выйдет боком и тебе, и всем этим твоим додончикам, которые полезли в эту чернуху. Наступит день... То, что Игорь Додон по результатам этих опросов тебе стало совсем страшно, и ты не знаешь, как меня уничтожить, и хочешь это сделать другими руками, значит, ты можешь делать все, что хочешь. У тебя раз в неделю пришединители распунди, Игорь Додон, как у президента. Как только закончится чрезвычайное положение, я уверяю, что вот это будет последнее, твоя передача в должности президента. Не потому, что я это хочу. Потому что вы сегодня просто достали людей. Воят обосыт абсолют птес. Воясынтец чей? Кари вам не наш аэроутобус. Кари звику трену, кари звику авиону, кари зви пижос. Да вам не звиша с воды ежос. Дар пентру атакур ли кари? Держа маму дюнан дедзели. Не тали, ка пришедни Республики Молдова. Имку нюрлаиту. Шнуматушти и шфач писубмасы для супрамесы лауни персонаж ла Москва. Каз милиционер еще остал, каз боец ла полиция. Блин, Ренат, ну нет вариантов. Как... Оттуда ваш звонил, ваш плачет, шема депаш. Вы, Додон, юан трекут принцесс ди досари ди сенати ди плохотнюк. Шас досарли ди сенати ди нетали, Егор Николаевич. Поц фач ту шиврей. Дар враусен целезю лукру. Егор Додон, у амени нормаль, у амени санатош физик, а у температуры 36,6. Ши уоркум
Сын возут с принтепловизору дидипарти. А если користал на фронтиера, веревку подурили, делали. Только нас не через фурч ла Янукович, сейфач шашлык. Йотя Сигур Кигор Дудун, то сви май возут каор чего. Где ты так мам богат, пи гугл шангасыт. Куа меня у температура 36,6, да курканя у падзашону, каз штес. Градусов Цельсия. И поэтому вот эта мерзость, ладно, я, ну, не очень, был доволен и даже, скажу, больше расстроен, когда мне пришли домой, значит, когда меня куда-то там повезли, для того, чтобы писать расписку, что я не буду трогать Дадона социалистов. Дадон и твои дадончики в Москве. Вы не сломали меня, пока я был в Москве. Да, мой Егор Николаевич, птец фачесну маун лукру. Шешти тат цара кари, шеназал спона мог, не привежьте фарти молтлуми. Вот то, что я хотел сказать. Я уверен сегодня, что любая попытка расправиться со мной и то, что он позавчера там с ними поговорил, давайте в течение нескольких дней надо Усатого объявить в розыск, потому что все эти заказные материалы, которые были против меня перед местными выборами, вы помните, да, по телеканалам, телеграм-каналы, телеканалы, Усатый приехал, чтобы возглавить наркотрафик вместо Плохотнюка, Ландромат вместо Плохотнюка и так далее, и закончилось ничем, потому что, люди разбираются, что-то перестарались. Сейчас они типа давайте за полгода и так далее. Все эти твои истории, Дадон, которые ты рассказываешь по пьяни в бане, что вот приедет спецназ Приднестровья, украдет Усатого, а потом Дадон типа выйдет и скажет, что мы разберемся, мы возбудим уголовное дело. Игорь Дадон, не пугайте меня, не надо засылать мне все эти истории страшные и так далее. Я знаю одно. И очень надеюсь, что те, кто меня смотрит онлайн, с этим согласятся, что если со мной что-то произойдет уголовного характера, физически будет какой-то наезд и так далее, значит, что просто граждане нашей страны, вне зависимости от национальной, Дадона разберут на запчасти. Пати йосен прянк резут, шпряк кред уамени, кумен спунял уни, приети унли рудик, нутрия сашан кредерем уамень, куамени сын Дуара Тунчка на уня Войдичева. Бон, юну сын для кортку аста. Шьёштил к уамени асфак на запчасти. Ну пос, к генпесер пос фазь Дуар потел. Дямка и потел, а мистикат коляк дежом, сау коляк и дивар заостоялся. Он залежит. Дар сажунга ас, синева плохотнюк искал. Каких-то зэков, киллеров и так далее, которые что-то нарисуют на Усатого. И сегодня Дадон также, давай через русских и так далее, Усатого, пророссийский электорат. Да даже пророссийский электорат понимает давным-давно, Дадон, что ты один из самых лживых и мерзких людей в нашей стране. Поэтому, естественно, значит, ты можешь... И ты, кроме как подлости и провокации, потому что подонок происходит от того, что человек делает подлость. Но никто не остановил, не остановит меня. Я, вы знаете, в течение многих лет работал, живя в России. Вы знаете, у меня с детства два паспорта. Как развалился Союз, и молдавский, и российский. Я был несовершеннолетним, когда находился на территории РСФСР тогда, да, значит, часто туда ездил с родителями с детства. Я работал, Дадон, всегда на страну и на государство. Я отдал работе на государство большую часть своей жизни. Я не был никогда крахобором, чиновником, мошенником, как он и как многие другие. Я знаю, какими задачами я выполнялся, зачем. И я отвечал за таких, как Дадон, которые ходили с протянутой рукой, начиная центром Москвы, заканчивая Подмосковьем и той же Молдавией. Поверьте мне, мне есть что рассказать и показать. Сегодня те негодяи, которые идут на поводу у Дадона,
которые сегодня решили меня пристроить тому или иному уголовному делу, они за это ответят. Сегодня вам президент России Путин сказал, каникулы до 1 мая. Ну, коронавирус, ребят, эпидемия. Ну, давайте хотя бы потом, не надо вот прям слушать Дадона и делать это быстро сейчас, но... Ну что вы? Я понимаю, что круто, как бы помогли президенту целой страны, как Молдова. И может отправит вам одного поросенка из Садова. Может быть отправит вина, тушенки, что он там еще делает. Да Дадон для того, чтобы сегодня меня уничтожить, поверьте мне, даже готов пойти работать в публичный дом, понимаете? Потому что сегодня есть огромный страх. Понятно, как Дадон на совещании там говорил, Кома Шеусат, Яра Курейтингу, Дичинч Пручентила Начинал. И за две недели увеличился в 4 раза до 16. Пока они делали опрос, я думаю, что Дадон, я уже где-то буду рядышком с тобой. А я не гоняюсь за рейтингом. Я сегодня, люди мне верят, потому что я показал, как можно быстро организовать и культурно приезд диаспоры. Я доказал в течение 3 лет, что несмотря на все репрессии и наезды, Бельская мэрия была и есть самая прозрачная мэрия в стране. При всех недостатках, и даже если есть какие-то проколы, мне не стыдно выйти и извиниться перед людьми, и даже если надо, я стану на колени перед своим народом, Дадон. Вот перед своим народом я стану на колени и попрошу прощения, если я что-то сделал не так. Но я никогда, Дадон, не стану на колени перед тобой и твоими дадончиками. Ты сегодня пока президент страны. Пока президент страны. Сегодня у вас коалиция жуликов и воров. И эта коалиция жуликов и воров существует ровно столько, пока в стране эпидемия коронавируса и чрезвычайное положение. Успеешь ты уехать делать шашлыки на мангале Януковичу, потому что как-никак в чем-то ты вроде разбираешься. Можешь и вина сделать из винограда. Если надо, даже сможешь его украсть в соседнем селе. Парень талантливый, как бы точно знаешь, что за свои делать не будешь. И там ты пригодишься. Но вопрос сегодня, Игорь Николаевич, стоит уже в том, что успеешь ли ты уехать к Януковичу. Я ни в коем случае не угрожаю никому. Я просто вижу реальный настрой граждан. И сегодня все идет к тому, что люди в один прекрасный день сами прекратят чрезвычайное положение. Ну сиди, займись ты делом. Сегодня, да, договорился с Россией. Если реально помогают какие-то вещи, помогает Евросоюз, то работай. То есть то, что у нас он профессиональный политик, лжец, вы все видели. Только Россия, только таможенный союз. Значит, история Молдовы, лимба румыны контра, денонсируют соглашение об ассоциации. И тихонечко скатывали. Все вы тихонечко сегодня сосете Дадон ту сиську, которую вам дают. И неважно, это сиська российская, европейская или других государств. Перестаньте сегодня делать вид, что вы не сосущие молдавские политики. Ну, ребят, ну просто надоело вот эта ложь и мерзость. Фащишь ты посибуешь диаспора сантворк. Шамади парти. Дадон, анспус клар. Еу ну ам амбити для опциниу функции савалта. Еу астас панакума мажутат вам не тот авиация, а кум я жуши его ажутан континуаре. Дар. Дак. Не тали. Ос контину аша. Еу подстраманам мемори латос вам не цары, ка примарди бэлс. Ка гастарбайтер молдаван карян мунсит пистихотари. Даз рысуль кари сэм организез урмарире пеналы. Кен мяу плынс прудили, чея пропиа санди зили, колледжи мяу фос пресса сэмбатай дежок. Додон, ту кари вой навес не жундосар, макар трибес пунис ластой ноглан листа че вундосар, кайфурат три бобощ ласадова, касарец к партиду сочелишлу ровод досари поличи. Дин тридзу шобди досари сочелишли новод нишонди. От это катонща. Ну, мерзе ворба сысуга цыца ла европень, сау ла руш, сау ла алтистать. Атунся яра уника цыца, атунся яра двар уника цыца,
Дямкари Дентренсли, Дисус Ордиос, ну что ты дара? Дворцы целу Владимир Плохотнюк. Анди скутат юг Плохотнюк амвяца, додон. Нам факутка тиня фачер. Ну ян латбань. Ши унили кеси, дак ши лям факут. Лям факут пентру фаптул, ка скуаты лаевяла. Тачи асаскунс инклюсивой. Инщепын кукролу штермина талки лукры. Ши йо дак требу, додон. Йо ши мынь сынгата с дискутку Плохотнюк. Ну мне, а с ноаптя сангата здесь кут плохотнюк, да келы диакорс приезем сантуарка, а с ноаптя примели, зэч саудоу зэч ди миллионе ди евро, байбини усут, прима ноапть, ден трачеля корелев урат. Я никогда не искал выгоду, как Дадон и другие политики. Поэтому не судите меня строго, я такой, какой я есть. Я человек, который жил всю жизнь, живу сегодня, и буду жить без маски. Я не буду путаной, я не буду врать, я не буду воровать, как все эти шоблы и так далее. Пока вы есть, как я говорил, я готов продолжать делать то, что я делаю. Вы в один день, я вам не буду нужен. Может, вырастут другие лица, придут другие люди, подрастут какие-то талантливые студенты, а может быть, они сегодня есть. Я готов всех сегодня их объединить и выдвинуть на первый план. Потому что такой должна быть позиция у любого человека, который претендует на то, что он пришел в политику для того, чтобы помочь стране.